Пишем? Подожди, пишем, блин. Сейчас мы это, присесть надо. Подожди, сейчас дерево. Тогда останови. Другом и, короче, ну, в общем, было очень здорово. Итак, хотелось бы начать... Всем большой привет! И небольшой тоже. Хотя не могу так сказать то, что идет к середине августа, но все равно. Я хочу сразу оговориться, что... Я хочу... Чё ты меня раздеваешь? Так, вот давай без рук. Вот давай без этого. Ну что ты делаешь? Ты даже на публике... Ты смотри, вот даже вести не можешь себя на публике. Ну что ты делаешь? Тебя же люди смотрят. Это как вообще? Это законно? Такой тип, хватит снимать. Так, давай без рук. Ну что ты делаешь-то? Ну что ты делаешь? Наверное, у меня никогда не будет такой возможности, как снять с котиком отдельный выпуск. Чё ты палец-то мой в рот взял? Ну чё ты делаешь? Ну серьезно, хватит, давай завязывай уже с этим. Повседневная жизнь, влог. Всё, Ланка. Итак, хотелось бы начать с того, что с большим удовольствием посетила все эти мероприятия, которые там только есть. Я с большим удовольствием посетила Кубок Кремля, и мне это просто маленькая часть. Вот, и... Отрывки не снимала, хотя вот здесь, например, видите, здесь идет уже, как это сказать, диск. И давайте с вами обязательно встретимся еще на этой неделе. Это было снова на... Я надеюсь, это видео. Сегодня я хочу вам в своем выпуске, именно в этом выпуске хочу вам показать... Сначала мы посмотрим с вами... Сначала мы с вами посмотрим день рождения Кирилла Черкасова. Там есть интересные такие моменты. Тем, кто начинает или продолжает. Или для тех, кто... Для тех таких вот милипиздрических видеоблогеров, как я. Вообще не круто. Все? Поехали дальше. Крис научил меня пить, я не знаю, появится ли когда-нибудь Крис в моем видео. 1,5 литра воды, короче, надо пить каждый день. Ну, типа так, надо, короче, вот. Интересно, я осилю всю эту бутылку сегодня или нет? Просто мне кажется, что как-то она какая-то очень большая. Ребята, пойдет в... Нет! А что-то у меня сегодня с дикцией проблемы. Приветствие такое мне вообще не нравится, я не знаю, что делать. На рост идет.
на рост. Я просто знаю, что какие девочки, господи, какие девочки вообще. Пыталась думать перед этим. Это все не просто так.